Гвиана, этот отдаленный французский департамент, сегодня переживает бурные изменения. Создание космического центра в этом регионе, географическое положение которого обеспечивает наилучшие условия для запуска прикладных спутников и научных спутников, было решено в 1964 году. Было поручено Национальному центру космических исследований КНЕС. Гайанский космический центр раскинулся на прибрежной полосе длиной 60 километров и шириной 20 километров. Рядом с новым городом Куру он включает в себя технический центр, портовую и промышленную зону, зону, предназначенную для стартовых комплексов, средства траектории и тому подобное. Измерение. Куру – это современный город, в котором уже есть большинство этих жизненно важных государственных или частных учреждений, отели, рестораны, школы, электростанции. Мы создали порт дороги. Мы построили мост через гнев, который заменяет паромы. Строительство этого космического центра таким образом способствует экономическому и социальному росту Гайаны. Между городом и зоной запуска – технический центр. Антенны установлены на двух возвышенностях. Станции спутниковой локализации, телеметрии и дистанционного управления дополняют сеть КНЕС, которая охватывает 3 континента.
Стартовые площадки для порошковых или жидкостных зондирующих ракет находятся в рабочем состоянии. Первый запуск ракеты «Вероника» состоялся в апреле 1968 года. В настоящее время строятся площадки для запуска спутников. Одна для ракет-носителей, совместно осуществляемых европейскими странами, другая для отечественных ракет-носителей. Его исключительное географическое положение придает Гаянскому космическому центру глобальный интерес.